Победа, 3 очка. Что, хочу сказать, что играли сегодня хорошо, в принципе, так как договаривались, так как нарабатывали. И единственное, что в начале, в первых двух периодах были проблемы с реализацией, не могли забить, но от правильной работы, от правильных действий приходит такой результат, мы выиграли. В большинстве много не получалось двух стартовых игровых отрезков. С чем это можете связать? Я не сказал, что много не получалось. Играли-то хорошо, играли правильно. Просто какие-то моменты где-то чуть не фартануло, где-то перескочило, где-то какие-то моменты, где-то, может быть, лишние передачи, где-то наоборот. Такие моменты бывают просто. Иногда все залетает, иногда не заходит. Но хорошо, что не сошли с этого пути, правильно играли и дождались. Торпеда такая колючая, жесткая команда. Вот перед этим был примерно похожий соперник Кунь-Лунь. Тяжело с такими командами играть, Салавату нынешнему? Мы стараемся играть так, чтобы против нас было тяжело играть. Поэтому я бы не сказал, что тяжело, просто мы понимаем, в чем мы, какие сильные качества, в чем слабые, и пытаемся использовать это. Следующий соперник — Спартак. Что скажете о москвичах? Я думаю, завтра мы полностью разберем этот момент. Сейчас не могу ничего сказать. Завтра разберем на видео, послезавтра поговорим еще и уже будем от этого толкаться.